Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Острый репортаж» с Аллой Михеевой. Несколько дней назад мы побывали в Петербурге на лекции профессора Миллера и поснимали слушателей и самого профессора в этот день, чтобы выяснить, о чем они разговаривают и даже думают во время лекции. Об этом наша сегодняшняя программа. Внимание на экран! Профессор Миллер, скажите, пожалуйста, а что вам ближе, психоанализ Фрейда или коллективное бессознательное Юнга? А, вы настолько разбираетесь в теме, да? Ну, хорошо. Я немножко не ожидал, но давайте на примере футбола разберем. Вот, например, игра, скажем, сборной России. Ну, это же явно коллективное бессознательное. А главному тренеру Карпину явно нужен психоанализ. И не обязательно Фрейда, подойдет и мой. Господи, лекция профессора Миллера, Галини. Я-то думал, речь пойдет про пиво. А тут какая-то муть. Профессор, журнал «Психоанализ для чайников». Скажите, а если чайник закипел, его надо выслушать? Слушай, извини, а можно я тебя за палец дерну? Спасибо. Лекция становится интересней. Профессор, let me speak from my heart in English. Is this the real life? Is this just fantasy? Couldn't land sight and escape from reality? I'm just a poor boy. I need no symphony. Скоромуш. Из Годо Фонтанто. Слушайте, хватит уже всякую фигню тут петь, пожалуйста. Мы большие деньги заплатили профессору. Давайте без песен. Я вас очень прошу, не надо факап переводить дословно, как в трах вверх. В психологии это устоявшийся термин. Пограничное психическое состояние. А, я поняла, хорошо. Да я уже стреляла в Б4. Я тебя убила. Расставляй корабли правильно. А? Ладно. Я вас очень прошу, когда профессор говорит «Коупак», он имеет в виду не коровья упаковка, не надо так переводить. Это моя фамилия, Ковпак. А, я поняла, хорошо. Слушай, как я узнаю... О чем? Как я узнаю, что у пациента депрессия? Но его надо внимательно слушать. Слушать пациента, что за бред? А я хотел бы проблемой поделиться, да. Вот мне народ, понимаете, меня не любит мой, да. Ходит на митинги, на всякие. Вот что делать мне? Слушай, а ты что-нибудь понял вообще? Да. Ну и сегодняшней лекции понял что-нибудь? Я понял, что это, значит, глыба психоанализа. И пригласил его вот он. Это и я понял. Я имею в виду по содержанию. Че он там ест, no, because. Надо будет наушники, наверное, надеть. Мне нужна психологическая разгрузка. Можно я тебя попередразню бы немножко? Ну что, полегчало? Ну что, полегчало? Господи, боже. Ну что, интересно, лекция? Ну, я, если честно, сюда пожрать пришел. Да, и английский потянуть. Да, и английский потянуть. А вы слышали, что Моргенштерн из страны уехал? Да, слышали. И песню написал, что домой не вернется. Мог бы и не писать, мы и так рады. Ну да. Слушай, ты уже полпирожка съела, ну да. Как ты в маске-то сделала? Блин, я это думаю. Чего я не наедаюсь? Сейчас я тебе поставлю. Что вы мне там поставите? Музыку как бы? Да. Сейчас. Поставлю Верку сердючку, и мы тут сейчас как зажжем, как повеселимся. Еще бы спирт найти. Есть врач тут? Ну что ж, поздравляю. Спасибо. А с чем? Пожав руку мне, вы через меня, так сказать, пожали руку таким известным людям, как Ленин. Знаете? Нет. Черчилль, Наполеон. Ага. Я ведь регулярно с ними общаюсь, когда обход делаю на Степана Скворцова. О, да. Ситуация, которую вы описали, я могу назвать одним русским словом. Попа. Yes, да. Профессор, у меня к вам
огромная просьба, понимаете ли. Люди заплатили как бы деньги, и большие деньги, чтобы вас послушать. Не могли бы вы как-то, ну не знаю, посложнее что ли рассказывать? Или там, не знаю, фокус какой-нибудь покажите? Могу показать фокус с исчезновением. Слушайте, не, ну домой рано еще. Подождите, еще 4 дня впереди. Итак, мы договорились, что ты будешь наблюдать и все расскажешь, что ты заметила. Ну, я не знаю. Я заметила, например, что я пришла сюда в костюме зебры, так. А ты пришла в костюме поля цветочного. А зебра пасется на поле и ест траву. Вот пока все, что я заметила. Понятно, прогресса нет. Ну да. У меня от этой лекции прям голова тяжелеет. Ну так правильно, конечно. Она напитывается знаниями и тяжелеет. Все правильно. Или я все-таки зря, наверное, да, курс по физиологии мозга прогуливал в институте, да? Ну, за психоанализ. Ой, это чай. Ой, блин, такой тост пропал. Все пирожки съели. Мне опять не хватило. А я вот экономная, между прочим. Я с прошлого кофе-брейка пирожок съел. Серьезно? Да. Поделишься? Нет, все сама съем. Да. Учись, пока я жива. Хотя куда тебе? А у меня есть кликер. Для закрепления позитивного результата. А я вот свою собаку не могу научить даже лапу давать. Я уж не говорю, потому что лежать там или сидеть, какие-то более сложные команды. Даже по кругу она бегать не умеет. Вот, не знаю, что с этим, не знаю, что с этим делать. Слушай, ну нельзя пациентов собаками называть. Как смешно все-таки, да? И главное, ладно бы шутил кто-нибудь, а ведь нет, стоит просто и ржем, да? Прикольно. Да. И в завершении нашей лекции я хотел бы всем вам сказать, чем я завершаю обычно лекции и рекомендую и своим коллегам, и своим клиентам завершать таким образом сессию. Это обнимашки. Подходите ко мне. Подходите ко мне. Я вас всех от души обниму. На этом все.